Такой у меня к вам вопрос, только не удивляйтесь. Сколько букв «С» вы пишете в названии нашей страны? Ну, ответить труда не представляет. Вот, похоже, некоторые чиновники из Российского футбольного союза уверены, что мы живем в России с одной «С». По крайней мере, игроки Краснодарского футбольного клуба «Ростов», которые заняли второе место в главном футбольном чемпионате страны, чуть не получили серебряные медали именно с такой опечаткой. Думаете, шучу? У нас есть эксклюзивная фотография необычного трофея. Давайте разглядывать ее поближе. Как выяснилось, награды заказывали сотрудники Российского футбольного союза. При этом с ошибкой сделали 30 штук. В сочетании «чемпионат России». В слове «России» явно не хватает «С». Зато вы видите сразу три буквы «И». Получается «России». Естественно, вручать такие бракованные награды не стали. Выдали только те, на которых название страны было отчеканено правильно. Но на всех медалей не хватило. В результате без заслуженных наград остались несколько сотрудников тренерского штаба Ростова. В РФС пообещали, что в ближайшее время медали им все-таки вручат. Но вот интересно, хорошо, пришло вам, тем людям, которые должны сделать эти медали, техзадание. Написано там слово «Россия» с ошибкой. Как? Ну, во-первых, как могли ошибиться в РФС? А во-вторых, как могли сделать именно такую гравировку? Что ж, неужели мы перестали читать даже ТЗ? Обязательно выясним.